Всем привет! Вы на канале Товары с Китая. Меня зовут Вячеслав. Сегодня пришла посылка, и у нас в посылке новинка от Blackview Oskal C80. Это новая модель, и сейчас на AliExpress ее можно заказать примерно за $130. Это около 8000 рублей и около 5000 гривен. Итак, давайте будем распаковывать и смотреть, что нам пришло. И вот он наш красавец, полностью запакованный в пленке C80. А здесь у нас 14 гигабайт оперативной памяти. Ну, на самом деле здесь 8, 128 по памяти. И давайте посмотрим характеристики. C80, Android 12, 6,5 экран, 8, 128 по памяти, батарейка 5180 мАч, и камеры на 50, и фронталка на 8 мегапикселей. Давайте распаковывать. Первый раз открываем коробку. Вот так. И вот он, наш смартфон. Так, C80. Давайте достанем его. Да, сразу в чехле. Белый цвет, как я и заказывал. Давайте посмотрим, что еще в комплекте у нас. Идет иголка для извлечения сим-лотка и документация. Есть также и на русском языке. Хорошо. Также в комплекте идет хороший зарядник с европейской вилкой, брендированный на 18 Вт. Здесь есть быстрая зарядка, ну и кабель, толстый качественный кабель USB Type-C. А, ну и силиконовый чехол сразу одет на смартфон. Да, он здесь есть, хорошего качества. Спасибо Blackview за такой комплект. Переходя к его внешнему виду, нельзя не отметить цвет этого смартфона. Мне лично нравится, в руке лежит так богато и премиально. Ну, конечно, задняя крышка выполнена из пластика, ну а торцы похожи на алюминий. Напишите в комментариях, что думаете об этом. Так, камера слегка, даже не слегка, наверное, миллиметров на 3-4 выступает из корпуса. Так, у нас с правой стороны кнопка включения и качель громкости, сверху нет ничего. С этой стороны сим-лоток. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Так. Да, гибридный слот, либо две нано-сим-карты, либо одна нано-сим-карта и расширение карты памяти. Ну, здесь 128 гигабайт. Встроенная память, в принципе, вам хватит. Мультимедийный динамик. Здесь один динамик, порт Type-C, микрофон и 3,5 мм аудиоразъем. Давайте снимем транспортировочную пленку. Сделаем это аккуратно. Хорошо. Так, у нас каплевидный вырез под фронтальную камеру. Наклеена пленка еще с завода. Ну и хорошо. Давайте делать первое включение. Смартфон провибрировал и пошла загрузка. Если вы еще не подписаны на мой канал, подпишитесь, чтобы не пропустить полный обзор на этот аппарат. Также смартфоны я после обзора продаю. Если кому-то интересно, можете связаться со мной. Пока смартфон загружается, обратите, пожалуйста, внимание на рамки по краям. Такой мощный, массивный подбородок. Это есть. Ну что, давайте я пройду первичные настройки, и мы приступим к первому знакомству. Я уже и завершил первичную настройку. Как видите, Яндекс.Сервисы из коробки. А также во время настройки можно было выбрать либо жесты, либо на экранные кнопки. Я выбрал жесты. Google сервисы. Все здесь из коробки. Да, вот так. Шторка задач. Все необходимые задачи. Кстати, в смартфоне отсутствует модуль NFC. Работает, в принципе, шустро. Здесь заявлено 90 Гц частота обновления экрана. Сейчас мы это все посмотрим. Зайдем в настройки о телефоне.
название C80, 12-й Android. Здесь своя у них BlackView оболочка, док OS V3.0, процессор. Процессор здесь Unisoc T606, 8-ядерный процессор. Максимальная частота 1,6 ГГц. 8 ГБ оперативной памяти и накопитель 128 UFS 2.1. Хорошая, быстрая память. HD+. Разрешение экрана, основная камера 50 мегапикселей и фронталка на 8. В полном обзоре я это все вам покажу и расскажу. Давайте зайдем здесь в экран. Есть темная тема, ночная подсветка, масштаб изображения по умолчанию. А где же здесь частота обновления? Цифровой режим и температура автоматически. Запись экрана, светодиод. Да, друзья, здесь есть светодиод во время зарядки, низкий заряд батареи и непрочитанные сообщения. Светодиод горит синим. Хорошо. Светодиодный индикатор есть, но я не вижу здесь частоты обновления 90 Гц. Обои и персонализация. Ну, вот такие здесь есть обои, небольшой выбор. Давайте послушаем звук. Здесь мультимедийного динамика. Так, выберем рингтон. Да, здесь динамик всего один. Ну, не сильно громкий динамик, скажу вам, друзья. С динамиком, со звуком здесь, честно говоря, не очень. Жесты, приложения, уведомления, безопасность, батарея. Так, расход батареи. Хорошо. Что нас здесь еще интересует? А интересует камера. Камера у нас заявлена на 50 мегапикселей. И давайте посмотрим интерфейс камеры. Сначала я выберу формат 16:9, видео. Видео 1080 и 720p. Да, скорее всего, здесь только 30 кадров в секунду. Фото, портретный режим, режим Pro и режим еще макро, ночь, панорама, таймлэпс и сверхвысокая съемка. Да, друзья, давайте сделаем тестовое фото на эту камеру и посмотрим, на что она способна. Как обычно, для тестовой я возьму монету в 2 лари. Есть. Тут можно делать двукратный зум. Есть. Возвращаемся в исходное положение. Ну и посмотрим фронтальную камеру. Сделаю фронтальное фото. Ну вот как-то так. Как-то так, друзья. Буду рад почитать ваши комментарии в отношении этого смартфона BlackView Oscal C80. Купили бы вы его себе? Ну и дождитесь полного обзора у меня на канале. Ну и всем пока!